Никита и Дмитрий – это та пара, которая любую тематику может обыграть. Практически они не лимитированы в своих выразительных средствах. В данном случае у ребят музыка из фильма «Матрица», а танец им ставил Илья Авербух. Замечательный, ну и технически очень сложный танец. Если бы Дмитрий не упал буквально на ровном месте,